Здорово. Держу я в руках гитару, о которых давным-давно хотел рассказать, но все как-то не доходили руки, всегда казалось, какие-то темы. Вот прям надо сейчас рассказать там о чем-то, а то потом не успеешь там или еще как-то, а это вроде бы как казалось, тема подождет. Почему подождет? Потому что я был всегда уверен, что эти гитары у меня будут в коллекции. Я для них всегда держу место, то есть как вот не для многих у меня есть в коллекции гитар такое место, которое пусто не бывает. И эти гитары с недавних пор это место заслужили. Сейчас у меня здесь семиструнка, было две, но одну, опять же, мне предложили сделку, от которой я не мог отказаться, но оставил я себе семиструнку. Во-первых, чтобы была семиструнная гитара там для дней, когда я чувствую себя немного в духе, так сказать. И просто потому, что Kizil это гитара, о которых я вам сегодня расскажу. Ну, расскажу я вам о гитарах Carvin, потому что Kizil и Carvin это не одно и то же. Многие думают, это одно и то же, это не одно и то же, но у них общая история. Многие думают, что Kizil гитары, которые с недавнего времени только начинают входить в это, занимать нишу особую среди довольно-таки качественных и почти бутиковых инструментов, и начали они свой путь от Carvin гитары. И это неправильно. Carvin гитары начали свой путь с компании, которая называлась Kizil Electronics. Kizil гитары, потом Kizil, ну там, короче, Kizil Electronics, что-то такое. Kizil это фамилия. Lowell Kizil, это был дед Джеффа Kizil. Джефф Kizil это примерно моего возраста мужик, который заведует сейчас Kizil гитарами. И его отец вот долгое время отвечал за Carvin гитары. Carvin и шло как две параллельные, вот в последнее время особенно, как две параллельные такие фирмы. То есть была Carvin гитары и Carvin амплифайеры. Ну, то есть это были два брата, дядька Джеффа и его отец. И Джефф потом работал на Carvin где-то с середины 90-х, он работал на Carvin гитары. Но началось это все в 1946 году. Дед Джеффа в то время делал, как и все практически, это 46-й год, это еще до бума электрогитар в 50-х, когда Fender, Telecaster там, и Les Paul, они все делали звукосниматели, то есть мотали звукосниматели, они только-только начинались, и steel guitars, то есть я не знаю, как они по-русски, ну, гитары, которые как столики такие, и вот эти вот, на них в основном играли этим стеклянным напальчником. Какое-то время, ну он вообще, он был там что-то фермером, потом забросил ферму, начал делать вот это гитары, вроде как у него душа лежала, и был он даже и музыкантом, там у него была своя банда какая-то. Но потом он где-то залез на какую-то, в какие-то контакты с какими-то дилерами того времени. Он заключил какие-то контракты, с которых он не мог уйти. И то есть, а ему надоело делать то, что от него просили дилеры, там как-то так произошло. И чтобы найти пути ухода, ему нужно было просто переименовать Kizil Guitar, ну, Kizil Electronics там или как-то так. И Lowell Kizil тогда переименовывают свою фирму на Carvin. Carvin это, у него в то время родилось два сына. Первого сына звали Carson. Второго сына звали Гейвин. И он собрал куски, по пол имени взял от своих сыновей, сложил их вместе, и получилась компания Carvin. И потом где-то, вот как раз в конце 40-х, в начале 50-х, они начинают делать как бы там, ну, инструменты, запчасти, как там и Charvel в свое время начинали. То есть, ну, они делают это Factory Direct, ну, то есть прямиком
с завода, то есть без дилеров, без абсолютно каких-то дилеров. И это была фишка гитар Carvin, по-моему, даже и амплифайеров, ну, усилителей какое-то время, когда они поставляли это, свои инструменты прямиком с фабрики. Потом, где-то вот, ну, уже туда, наверное, ближе к 70-м годам, дед Джеффа Лоуэлл сказал всем, что там уже было 5 детей. Ну, первое, понятно, это были Карсон и Гейвин. Они вроде как, Карсон еще с отцом тогда сотрудничали, там пытались, но он потом сказал Лоуэлл, что сильно много людей. То есть для всех компаний не хватит, поэтому там трое детей должны идти куда-то искать какие-то другие там формы заработка. И отец Джеффа, я его имя забыл, он пошел учиться на инженера. Он даже выучился там на какого-то особого инженера, работал инженером, был довольно-таки успешным инженером в Лос-Анджелесе. И потом, когда пришло время, что началось вот это рассоединение Carvin гитары и Carvin Electronics, Гейвин, его брат, он гитары как-то не сильно даже и любил. Он хотел сделать усилители, это была его, ну, он всегда паял там что-то, гитары это было не его, он по дереву сильно не работал. И как, ну, короче, так получается, что отец Джеффа говорит, я все, я тогда бросаю все, он с женой там поговорил, и говорит, я еду и занимаюсь Carvin гитары. Это в то время, когда Carvin гитары были практически уже, ну, обанкрачивались, то есть, решение было идти на усилители там и так далее. И он бросает очень успешное дело в Лос-Анджелесе и едет возглавить Carvin гитары. Carvin гитары под его началом, они приобретают вот эту славу, как бы так сказать, дешевых, не дешевых, а доступных буквально всем гитарам, которые сделаны в США. И также они начинают делать вот эти кастомовые всякие кастомовые гитары, начинают делать одни из первых в то время грифы сквозные, там делают звукосниматели, начинают делать гитары на металл. И гитары Carvin тогда как раз были вот это нацелены на тех металлистов, на тех рокеров, которые тогда были, ну, небогатые люди, рок и металл тогда только начинались, то есть им нужны были инструменты по доступным ценам, это была не вот эта гламурщина, которая сейчас какая-то непонятная, где там металлисты пытаются из себя строить там Страдивари, играть там на инструментах там каких-то возвышенных, следить за какой-то там непонятно возвышенной техникой и так далее. Это, тогда это был рабочий класс, это люди, там, которые работали днем на фабрике, вечером пытались в барах там зарабатывать чаевые, там играя панк, там металл, рок такой. И вот эти гитары Carvin тогда начали как бы приобретать успех среди этого слоя начинающих и где-то среднего гитаристов, металлистов. Удалось на какое-то время даже позвать Беккера и Марти Фримена. Они тогда были в какофонии какой-то. И вот у них были даже гитары Carvin там некоторое время. Потом Марти Фримен ушел в Megadeth. И там, понятно, он с Джексоном, потому что Джексон, как раз Джексон, ESP, там Гибсон, они все были нацелены именно на артистов, ну, которые уже известны. А вот Carvin как раз был то, что Зак Уайлд пытается как бы сейчас со своим Wild Audio. То есть он пытается настроить вот это свой рынок сбыта именно на рабочий класс, на людей, которые работают на фабриках, которые работают на стройках, ну, они себе покупают гитары, которые работают хорошо, и которые можно купить там, и не бояться затащить ее, не бояться закинуть этот кофер назад своего пикапа и ехать там куда-то на концерт. Вот Carvin, они были успешны насчет этого. И они заработали так, довольно-таки известную славу именно вот среди этих людей. И я до сих пор сейчас вот разговариваю со многими. Они, кстати, потом перешли на Джексон, эти ребята, но они уважают сюда Carvin, потому что это сделано в Америке. Carvin никогда не переезжал в Азию, и вот в прошлом году
обанкротилась Карвин Усилители, то есть полностью закрыли свои двери, распродали все. Но у них был выбор, или это, или в Азию. И они не поехали в Азию, то есть просто закрыли двери. Брат, дядя Джеффа, он, ему уже 70 с чем-то лет, он решил просто на пенсию уйти, все закрыли. То есть Усилители Карвина, они тоже были иногда такие более известные. Там, допустим, Stevie Y Legacy, это была его подписной усилитель. Ну и вообще, Усилители Карвина, они были довольно-таки известны. Может быть, не такие гламурные там и не такие дорогие, как там, допустим, Mesa Marshall, но Карвин, они были как раз-таки по доступным ценам, там ламповые усилители, ну, были не ламповые, но это все было хорошо. Ну вот, когда начинается вот этот металл, у них все хорошо, но потом, когда мы все помним вот 90-е и гранж, гранж начинает давить сильно на металл, и это отображается на гитарах, потому что гранж, он, Курт Кобейн на чем играл, какая у него была философия. Самые дешевые гитары, если даже посмотреть на его подписные, это самые дешевые гитары, которые можно было об сцену там разбить. Главное, чтобы был хамбакер, а все остальное было как-то ему абсолютно ненужное. И в основном весь гранж такой был, они им тоже там, так, ну там, как лишь бы что-нибудь, но только чтобы хамбакер там и звук издавало. И это время Джексон... ESP, правда, как-то они в то время устояли, но там потому что ESP сразу перенацелились на всех трэшевых монстров и там, не знаю, как-то привлекли себе практически там, все гитаристов Металлики, Слэйера, кого еще там. Антракс играли у них некоторое время, там второй гитарист. Короче, Джексон продается Фендеру в то время. Карвин еле-еле дышит, Карвин усилители более-менее. И в конце вот 90-х, 2000-х Карвин гитары начинают опять как-то искать свой рынок, но они его не находят. Опять продолжаются вот эти вот, как бы так, поиски этого среднего класса, которые можно продавать гитары по доступным ценам, но у них не получается. Усилители также не получается, потому что у начинается уже тогда, как бы так, начинается цифра более набирать обороты. Это, а сейчас вот почему они закрыли двери в прошлом году, потому что XFX Camper все это дело забрало очень-очень большую часть покупателей, и рынок усилителей, ламповых усилителей, или как бы то ни было, начинает бороться за покупать, терять покупателей, начинает борьбу, и это в этой борьбе, там, допустим, Mesa, это, ну, флагман, может быть, американских усилителей, они как-то задавили эти все маленькие усилители, и они ушли, ну, Карвин ушли. В то время, когда вот в 2015 году, когда началась вот эта кризис в Карвин гитары, Карвин усилители, начался вот именно вот этот вот развод. Они, там даже было не очень так гладко все прошло, прошел этот раскол между братьями, то есть отцом Джеффа и дядькой, который... Дядька пошел от, ну, со своими усилителями, а брат пошел на гитары. И в это время Джефф, он работал в кастом-шапе Карвина с начала 90-х, там он начинает, потому что отец его тоже уже старый, и Джефф, ему где-то лет 35-36, и он начинает брать инициативу. С 2015 года начинается гитары Kizil. Гитары Kizil — это не переименование гитар Карвин. Они до сих пор могут делать гитары Карвин. То есть на Карвин гитару... Не, на Kizil они могут написать Карвин. Ну, то есть любая специфика гитары Kizil они могут написать Карвин. Но на Карвин гитару, которая сделана по специфике Карвин, они не напишут Kizil. Почему? Потому что Kizil это... ультра-топовые, как они их пытаются их сделать, то есть сделаны абсолютно по любым кастовым заказам, как и Карвин был до этого, но они делают из самых качественных там сортов дерева, делают самую качественную электронику, до сих пор делают свои звукосниматели, потому что Kizil начинался как звукосниматели, это как бы дань чести деду и так далее. И они идут как раз вот с теми ребятами, которые заняли уже нишу бутиков, и ее никому не дают, там Том Эндерсон, Сур,
NAGS, ну и PRS и там некоторые. И вот пытается Kizil забраться в эту нишу, но на гитарах под металл. Опять же, об этих всех гламурных металлистов на наших дней, которые хотят играть на чем-то интересном, красивом, дорогом и так далее, там с какими-то примесями деревьев, с какой-то интересной инкрустацией и так далее. И вот именно на это и ориентируется Kizil сейчас. И, кстати, ориентируется, и получается это у них очень хорошо. Это вторая гитара Kizil у меня. Я не могу найти абсолютно никаких у них, ну, абсолютно никаких бочин, до которых можно доклепаться, допустим, как опять же Джексон. И они идут, они пытаются идти в ногу со временем, то есть там Vader ихние, это безголовые гитары, которые, кстати, Strindberg тоже делает безголовые гитары. Это безголовые гитары, это очень удобные, они легкие, это интересные гитары. Эта гитара, допустим, обычно семиструнки, которые у меня были, они, ну, гриф на семиструнках толстый, как сам по себе. Этот гриф тонкий, на нем играть удобно. Здесь кленовая накладка, именно такой волнистый клен накладка. На кленовой, также на волнистом клене грифе. Форма телекастера, но это чисто такая для металла телекастера. То есть, ну, вот эти ребята там, Animals of Leaders, там это Gent там и так далее, опять об этих гламурных металлистах. Вот, я считаю, что Kizil у них очень-очень будет большое будущее и довольно-таки скоро. Поэтому я считаю, что сейчас вот как раз такое самое время запрыгнуть вот этот уходящий вагон, пока еще цены на Kizil очень-очень даже доступные. Допустим, эту гитару можно заказать за, я не знаю, ну, 1600, наверное, ее можно заказать и со своими какими хочешь там делами, и ее сделают, и там, ну, там, понятно, сорта дерева там увеличиваются. Я знаю, что есть некоторые гитары по 3000 у Kizil, но, опять же, допустим, заказывать такую же гитару, все у, там, у PRS у вас уйдет в 3 раза дороже. Там, если заказывать у Джексонов с Custom Shop или Custom Shop Select, там тоже будет намного дольше, и это будет дороже. И опять же, у меня было несколько Custom Shop, в которых я находил какие-то браки. Ну, в Кизелах, вот на двух Кизелах, я не нашел ни одного брака. Это были гитары, на которых играешь с удовольствием. Струны очень низко кладам. Ну и все. Вот это Kizil гитары. Kizil гитары, они только начинаются. Хотя их история начиналась очень-очень давно. Но вот именно наследие Kizil гитар, они только начинаются. Это триода компании Kizil гитары. То есть это продолжение Carvin. Ну то есть как бы Carvin Custom Shop перешел еще больше. Custom Shop более открытый для, ну, для дорогих гитар и так далее, до которого Carvin тогда еще не был. Carvin, он никогда не поднимался там дороже, допустим, ну, $2000. Я вообще никогда не видел такой Carvin. И как говорит Джефф, что Kizil, скорее всего, никогда не будет сделан в Азии, то есть Kizil будет всегда гитары, сделанные в Америке, именно придерживаться они будут того, что того наследия, которое было там, допустим, у Carvin в ее лучшие года. И Carvin гитары, кстати, тоже все отличные гитары, там, просто почему-то у них вот именно потому, что они дешевые, ну, дешевые, по доступным ценам, там, люди, которые, допустим, покупают Джексоны, они на них смотрят как бы свысока, и это, ну, это опять же, у меня были пару Carvin, там, DS-127, или как-то так они, я уже забыл, ну, тоже, там были все нормальные, но... Ну, так как они были по доступным ценам, и их легко причем поменять, или это самое, потому что люди их ищут, это я как-то они у меня не задержались. Ну вот. Kizil гитары. До следующего видео.